Сегодня 16 августа, продолжились судебные заседания по так называемой Ялтинской группе, мой подзащитный Вадим Сирук. Судебные заседания проходили через видеоконференц-связь в Крымском военном гарнизонном суде. Свидетели защиты сегодня были допрошены, в том числе защитой был приглашен Эмиль Мухтыремов. Этот свидетель подтвердил, что на него в 2017 году со стороны оперативников ФСБ, а именно Компанейцева, было оказано давление. Вот, он рассказал, как его вывозили в какое-то поле, где было заброшенное здание, требовали от него каких-то показаний, хотя он до этого дал показания, ответил на все вопросы этого оперативного сотрудника, но, видать, ему не понравились эти ответы, поэтому дальше его вывезли, начали говорить, вот ты знаешь историю там Белой скалы, это было где-то вот в том районе, ты знаешь, что ты себе когда-нибудь яму копал, могилу себе копал и так далее. То есть вот такие угрозы поступали, после чего его оставили на этом поле, и он сам уже добирался вот до дома. Об этом он делал публичное заявление, если я не ошибаюсь, снимал видеоролик на эту тему, и по некоторым СМИ выходила об этом информация. То есть это говорит о том, как по этому делу, да, я думаю, не только по этому делу, собираются доказательства. Путем вот таких угроз, путем вот такого давления на свидетелей отбираются показания и так далее. И мы в этом убедились не раз. Так было и по другим делам, когда свидетели, даже обвинения, отказывались от тех протоколов, которые они подписали, говорили, что это было сделано под давлением. Вот. И в сегодняшнем заседании Эмиль Мухтыремов, этот свидетель, подтвердил такую методику, так скажем, добывания доказательств. Это, конечно же, ставит еще раз под огромное сомнение показания так называемых скрытых свидетелей. Мы уверены, что эти свидетели дают такие показания либо под давлением, либо это оперативные сотрудники ФСБ. Другие свидетели также прибыли, которые характеризовали Вадима исключительно с положительной стороны. Был свидетель, у которого вот проживал Вадим с семьей некоторое время, и он подтвердил, что никаких собраний там Вадим не проводил, что к нему не ходили люди на какие-то закрытые мероприятия, как это утверждает ФСБ и так далее. Также по другим подсудимым пришли сегодня свидетели, именно по Алиеву Муслиму. Также положительно его характеризовали, считают, что он ошибочно находится на скамье подсудимых, так как они его знают только лишь с положительной стороны. Следующие судебные заседания запланированы с 27 по 30 августа 2019 года. На данных судебных заседаниях будут допрашиваться эксперты, которые делали заключение по постановлению проведение экспертиз следователя ФСБ. Это так называемые башкирские ученые Хазимулина, Уразметов, Фомина. Вот этих экспертов сторона защиты будет допрашивать вот в этот период времени.